Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такие замечательные женские носочки. В принципе, такие носочки подойдут и на подростка. Вот, в нерастянутом состоянии у меня размерчик 23,5 см. Подойдут на размер ножки в 25-25 даже с половиной сантиметров. Это размер ноги я вязала на 38-39. Если будете вязать на размерчик до 38 размерчик ноги носочка, то хватит достаточно одного моточка ниточки в два сложения. Если будете вязать больше 38 размера, как у меня в данном случае 38-39, то не хватает буквально нескольких метров, которые я брала уже со второго мотка. Вот, хочу показать вам, что носочки вяжутся на двух спицах поворотными рядами. Это достаточно простой способ для тех, кто не владеет пятью спицами. И получается вот такой аккуратненький шовчик с внутренней стороны. Вязала я прямую пяточку. Носочки вяжутся достаточно быстро, просто, легко понять и разобраться. Вот в этом видео я вам покажу, как связать носочки на двух спицах. Ожидайте видео для тех, кто хочет связать без шва на пяти спицах женские и мужские носочки. Готовится видео. Поэтому, конечно же, кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать испанскую пряжу фирмы Valencia. Серия называется Flamingo. Здесь в 100 граммах 375 метров и достаточно интересный состав имеет пряжа. Это 40% полированная мериносовая шерсть, 5% вискозы и 55% акрила. Полированная шерсть в сочетании с акрилом дает очень хороший, скажем, долгосрочный срок эксплуатации вашего изделия. При этом пряжа очень мягкая, такая вот нежная на ощупь. И это все еще благодаря вот этому небольшому составу вискозы. Она делает еще более мягче пряжу, эластичнее и дает такой вот легкий шелковый эффект. При этом пряжа при вязке не скользит. Вот, а ваше итоговое изделие получается менее парким. Все это благодаря такой вискозе. Здесь, как вы видите, я выбрала такой вот насыщенный красивый зеленый цвет. Кому интересно, это цвет F407. Вот, производитель рекомендует использовать спицы 2,5 до 3,5. У меня же это средняя троечка, при том, что я хочу получить плотное достаточно изделие, я буду вязать ниточкой в два сложения. И можете заменить круговые спицы на прямые, мы будем вязать поворотными рядами. Вот. И также нам понадобятся ножнички, небольшой маркер, либо булавочка и любой инструмент, чем вы будете сшивать ваше изделие. Это, возможно, иголочка с большим ушком, либо же любой крючок до номера 3. Есть отдельный видеообзор о данной пряже фирмы Valencia серия Flamingo. Ссылочку я оставлю ниже под этим видео. Обязательно переходите, смотрите. И данную пряжу вы сможете приобрести в интернет-магазине «Кудесница». Ссылочку на интернет-магазин я также оставлю ниже под этим видео. Для того, чтобы нам вязать с одного мотка ниточкой, но в два сложения, для этого снимаем этикеточку, главную с моточка, и ищем один краешек ниточки, который обычно производитель всовывает с одной или с другой стороны. Вот в данном случае, вот здесь вы видите, вот он краешек ниточки, который у нас, скажем так, от начала мотка идет. И нам нужно с центра моточка вытащить второй краешек ниточки, то есть как бы вторую сторону мотка. Для этого также вводим вот так вот пальчики в центр и смотрим, где-то он также с краю должен располагаться. То есть вот так вот ровно по центру. Вот я как раз вытащила, обратите внимание, вот он и есть хвостик. Вот центр, немножечко здесь он запутанный, но вы находите краешек от центра. Вот. И получаете один вот он моточек начала. И второй моточек, который вот он начало. Но при этом я сейчас все это распутаю. И соединив, у нас получается одна ниточка идти будет с основной части мотка. И вторая вот она будет в центре. Вот так вот ниточкой в два сложения я и буду делать и набор петелек, и вязать на протяжении все изделие. Соединив две ниточки вместе, отступаем от края небольшой отрезочек и начинаем набирать для наших носочков 48 петель плюс 2 кромочные петли. То есть в общей сумме 50. Две начальные петельки я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянутые. Далее приставляю вторую спицу и набираю самым обычным способом еще 48 петелек.
50 петелек набраны, далее достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных вот здесь петелек, и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы формируем резиночку. А вы можете выбрать резиночку 1 на 1, 2 на 2, какую-то рельефную резиночку. Но я вам сегодня покажу самый-самый обычный способ. Это с вязанием резиночки 1 на 1. Она достаточно плотная, эластичная, долго сохраняет, скажем, свой именно такой вот хороший нерастянутый вид. Поэтому я вам покажу с ней. Вот этот краешек наборочной косички нашей вы можете связать вместе с рабочей ниточкой, отправив вот так вот, и связать несколько петель для того, чтобы ввязать вот этот краешек ниточки в работу. И затем его не пришлось прятать. Хотите, можете спрятать его потом, после того, как сделаете полностью все изделие. Первую кромочную петлю я свяжу в первом ряду лицевой петлей. Во всех последующих рядах я ее буду просто снимать не провязанной, для того, чтобы по бокам у нас осталась красивая ровная кромочная косичка, по которой мы потом будем сшивать наш носочек. Далее мы переходим на формирование резиночки 1 на 1. Это первая лицевая петля, вторая изнаночная. И так чередуем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав несколько петелек вместе с вот этой нашей ниточкой хвостиком, я его бросаю и дальше продолжаю вязать лишь только рабочей ниточкой. Продолжаю чередовать лицевая, изнаночная петля. В конце ряда последнюю кромочную петлю я буду вязать всегда изнаночной, и в лицевых, и в изнаночных рядах. Далее разворачиваем и вяжем второй ряд. Первую кромочную снимаем, и далее уже по сформированным петелькам над лицевыми я вяжу лицевые петли, над изнаночными вяжу изнаночные петли. И так и продолжаю чередовать лицевая, изнаночная петля до самой последней петли ряда. Кромочную петлю последнюю мы будем вязать изнаночной. И вот так вот чередуем лицевая, изнаночная уже над петелькой. И получается у нас вот такая замечательная резиночка 1 на 1, которую я буду вязать где-то сантиметров 10 общей высоты. А затем уже продолжу вязание, перейдя на пяточку. Связав 10 сантиметров, у меня даже где-то 10,5 получилось, и вместилось 33 ряда. Я остановилась в начале 34 ряда, и у меня получилась вот такая красивая косичка, которая будет с лицевой стороны. А на внутреннюю сторону пойдет вот эта сторона, где зубчики. Вот, и теперь мы переходим на лицевую гладь. Сейчас лицевую гладью мы свяжем, ну, где-то порядка 2 сантиметров. То есть перейдем с резиночки 1 на 1 на лицевую гладь. Для этого кромочную снимаем, далее над лицевой вяжем лицевую, над изнаночной вяжем также лицевую. И так продолжаем вязать лицевыми петельками, переходя на лицевую гладь до конца ряда. Последнюю петлю кромочную я так и буду вязать, как и прежде, изнаночной. Кромочная петля изнаночная, и поворачиваем на изнаночный ряд. С изнаночной стороны мы вязать будем все петельки изнаночные. Кромочную первую снимаем, и далее все петельки до конца ряда. Уже получается, мы вяжем второй ряд лицевой глади изнаночными петельками. И так нам нужно связать еще два ряда. Один лицевой лицевыми петельками и один изнаночный изнаночными петельками. То есть в общей сумме у нас получится 2 сантиметра. Из 4 связанных рядочков. Связали 2 сантиметра, у меня получилось даже немножечко меньше, чем 2 сантиметра, но благодаря тому, что я связала длиннее резиночку, я больше добавлять сюда рядочков не буду. Перешли на лицевую гладь, и теперь нам нужно подготовить платформу для пяточки. Для этого мы делим наше полотно пополам, то есть первые, скажем так, берем 25 петель и переносим отсюда одну петельку, ну как бы кромочную. То есть получается, мы берем половинку первую, на которой будет располагаться пяточка, и плюс одну петлю с той второй стороны, то есть вот эту часть. Это для вязания правой нашей правой части носочка, то есть на правую ножку. Вот, если вы будете вязать на левую, соответственно, вам нужно будет взять вот эту часть, то есть вторую часть, половинку, и плюс одну петлю с этой стороны. То есть пяточка будет вязаться абсолютно одинаково, и все остальное будет вязаться одинаково, но для того, чтобы у нас шовчик находился с внутренней стороны, как на правой, так и на левой ножке, то одну пяточку вывязывать следует на первой половине, а вторую пяточку на второй половине. Вот. И все остальное вяжется точно так же. То есть берем наши первую половину плюс одну петлю, то есть 26 петель. Кромочную снимаем и далее отсчитываем 26 петелечек. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Отсчитали 25 петель, это получается ровно пополам количество моих петелек. Я беру еще одну петельку, 26-ю, с левой части. Точно так же вы будете делать при вязании на этой стороне пяточки. Вам придется довязать ряд до конца. И при обратном, скажем так, поворотном отсчете петелек вам нужно будет набрать эти 25 петель провязать и одну петлю с одной стороны вот этой. То есть все то же самое будете делать в зеркальном отображении. Далее, не довязываем оставшиеся 24 петельки и разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Теперь уже первая кромочная петля у нас будет считаться в центре ряда. Вот она у нас. И вяжем поворотными рядами изнаночной гладью, то есть изнаночными петельками. Это у нас получается второй ряд будет вязаться, как бы наш второй ряд. Для платформа для пяточки. И таким вот образом я буду вязать поворотными рядами наших 26 петелек, то с лицевой стороны лицевыми петлями, то с изнаночной стороны изнаночными петлями, для того, чтобы связать 5,5 сантиметра в высоту, как бы высоту пяточки нашей. И вот так вот кромочную последнюю петлю ряда изнаночную вяжем. Теперь первую петлю кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. И теперь, дойдя до 26 петельки, она у нас будет считаться как последняя петля ряда пяточки платформы. То есть вот дойдя до сюда, мы будем вязать вот эту последнюю, то есть 26 петельку, как кромочную изнаночной петлей. Для чего я вам говорила, что нужна будет булавочка либо марки? Хотите, можете, провязав несколько, скажем, для того, чтобы не ошибиться, провязав несколько рядочков, можете одеть маркер, то есть чтобы вы, дойдя до вот этой половинки, не забывали делать поворот на изнаночную сторону. И вот таким вот образом я буду вязать где-то порядка 5,5 сантиметра. Вы можете больше сделать, это получится глубже пяточка, но в среднем это 5,5-6 сантиметров обычно более чем достаточно. Вот, дойдя до 26 петли, мы ее вяжем изнаночной, как кромочную, и поворачиваем ряд, не довязывая до конца. Это у меня получится порядка где-то, прираспустила вязание, потянула, это у меня получится порядка где-то 15 рядочков. Я сейчас провяжу 15 рядочков и скажу вам, достаточно ли этих 15 мне рядочков будет, и измеряю линеечкой. Вот сейчас я пока довяжу этот ряд до конца, и вот такими поворотными рядами буду продолжать вязание, пока не наберу высоту. Вместе с рядом, когда мы делили с вами пополам наше полотно, то получилось у меня 16 рядочков. То есть, как я предполагала, один лицевой ряд и затем 15 рядочков я провязала поворотными рядами лицевой глади. И теперь мы находимся с вами в начале лицевого ряда. То есть, когда начнете вязать лицевыми петельками. Теперь вот эту нашу вторую часть, получается, из 26 петелек, нам нужно поделить на 3 приблизительно равные части, так как 26 на 3 не делится, делится 24, это получается по 8, и остается 2 лишние петельки, которые я оставлю на первой части и на третьей, то есть у меня получится 9, 8 и 9. Вот теперь мы так и провяжем. Кромочную снимаем, это первая считается петля, дальше вторая, вяжем лицевую, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. А девятую мы вяжем вместе лицевыми петельками с первой из восьми. То есть поворачиваем вот так вот две петельки дальними стеночками вперед. И заводя за вторую петельку, две вместе провязываем одной лицевой петлей. То есть мы сделали как бы убавление. Провязав 8 лицевых, девятую петлю с первой части, последнюю петлю и первую петлю из 8 центральных мы провязали вместе одной лицевой. Далее это уже будет считаться как первая петля. Вяжем вторую лицевую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую петлю, то есть последнюю петлю второй части и первую петлю из 9 третьей части мы вяжем также вместе лицевой. Заводя за дальние стеночки, вяжем вместе 2 петли
одной лицевой. И у нас получается как бы связанная первая петля из третьей части. Но третью часть, вот эти 8 петелек, мы не довязываем, а поворачиваем на изнаночную сторону. Первую петельку, вот эту провязанную вместе, снимаем как кромочную. И далее вяжем центральные 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается, мы сняли кромочную петлю. И вместе с 6 изнаночными петлями это 7 петель. Восьмую петлю, это получается последняя петля средней части. И первую получается петельку первой части с той стороны, это уже третья получается. То есть получается первую петлю средней части и первую петлю вот здесь вот мы вяжем вместе одной изнаночной петлей вместе. То есть две петельки вяжем вместе одной изнаночной. Поворачиваем наше вязание, не довязывая до конца изнаночный ряд. У нас уже забрали мы, получается, из 9 петель первой части, обратите внимание, 2 петли. Первую с лицевой стороны, вторую с изнаночной стороны. И теперь будем забирать здесь точно так же, чтобы у нас убавлялись петельки на третьей части. То есть первую петлю, которую мы провязали 2 вместе одной петлей изнаночной, снимаем не провязанную. Далее 6 центральных петелек мы вяжем лицевыми. Они у нас неизменны, вот эти средняя часть. Из 8 петелек центральные 6 мы провязываем по рисунку, а последнюю петельку мы провязываем с первой петлей уже следующей части, одной лицевой петлей вместе. То есть у нас убавилось и с этой стороны 2 петельки, и с вот этой стороны 2 петельки. По центру как было 8, так и есть 8 петель. Далее снова не довязываем до конца ряд, разворачиваем и первую кромочную петлю снимаем. Центральные 6 изнаночных, так и вяжем 6 изнаночных. Далее последнюю изнаночную петлю, то есть она у нас уже получается по счету 8 центральная петля, вяжем вместе с первой боковой петлей с левой стороны, одной изнаночной петлей. Снова не довязываем до конца ряд и поворачиваем. То есть что мы делаем? Мы поворотными рядами провязываем лишь только центральную часть из 8 петелек, а убавляются петельки на боковой первой стороне и на боковой третьей стороне. И теперь снова кромочную снимаем. Вяжем все 6 центральных петелек лицевыми по рисунку. Далее последнюю восьмую петлю мы провязываем вместе с первой петлей с другой стороны, получается, одной лицевой за дальние стеночки. И снова мы убавили одну петлю с одной стороны и одну петлю с другой стороны. Итак, в каждом поворотном ряду восьмую петлю мы провязываем вместе с первой следующей части. С изнаночной стороны мы провязываем восьмую петлю из первой. И здесь восьмую петлю с первой, с другой стороны. И вот таким вот образом поворотными рядами мы продолжаем вывязывать до тех пор, пока у нас не закончатся петельки на первой и на третьей части. На центральной части у нас так и должно остаться 8 петель. Вот так вот восьмую и первую провязали вместе изнаночной по рисунку с изнаночной стороны. С лицевой стороны мы провязываем лицевую восьмую вместе с первой лицевой, со следующей стороны одной петлей лицевой. То есть убавление делаем с лицевой стороны лицевыми петлями, а с изнаночной стороны изнаночными петельками. И вот так вот провязываем восьмую петлю вместе с первой. И здесь восьмую петлю вместе с первой со следующей части. Первую кромочную, как будто кромочную, мы снимаем не провязанную. Почему как будто? Потому что если вы будете провязывать вот эту петлю, будут образовываться лишние, скажем так, здесь вот некрасивые петельки, а нам нужно, чтобы была красивая убавочная косичка. И теперь снова дошли до восьмой петли. Восьмую и первую провязываем вместе одной изнаночной петлей. Не довязав до конца петельки, снова первую как кромочную снимаем не провязанной. 6 центральных лицевых провязываем лицевыми по рисунку. А восьмую петлю мы провязываем вместе с первой петлей сбоку, одной лицевой петлей за дальнюю стеночку. Снова поворачиваем, не довязываем петлю. Первую снимаем, 6 центральных мы провязываем по рисунку изнаночными. И последнюю петлю восьмую мы провязываем вместе с первой петлей следующей части. И вот так вот, посмотрите, у нас уже на боковой стороне осталось с одной стороны 3 петли. Первую кромочную снимаем, далее 6 центральных лицевых провязываем. И восьмую петлю провязываем вместе с первой, с левой стороны. И также остается на третьей части тоже 3 петельки. И вот так вот убавляем, постепенно забирая
с одной стороны, только лишь с одной стороны петельку. Поворачиваем с другой стороны, забираем только лишь другую петельку. То есть в конце восьмую и первую провязываем вместе. Восьмую и первую вместе. Если бы здесь, допустим, было меньше петелек, ну, к примеру, вы поделили бы, ваше количество было бы изначальных петелек меньше, соответственно, вы бы поделили по центру, оставив пошире часть, допустим, 8, с боковых стеночек, возможно, у вас было бы по 7. Но это если бы у вас было, к примеру, не 26 петель, а меньше. И вот так вот вы убавляли, скажем так, центральную, провязывали часть без изменения, а каждую восьмую петлю и вместе первую с одной и с другой стороны провязывали вместе, у нас получается вот такой как бы уголочек. Это и есть пяточка. Провязав две петли вместе, мы переходим на обратную сторону. Будьте осторожны, чтобы вот так не соскальзывали петельки, потому что их тяжело будет потом обнаружить. И вот так вот убавляем постепенно, чтобы у нас получилась полноценная пяточка. Две вместе, поворот. Две вместе, поворот. Не забывайте не довязывать до конца каждую третью часть с лицевой и с изнаночной стороны, для того, чтобы у нас не закрылись петельки. И теперь все. Мы, получается, забрали, и у нас осталось всего лишь по одной петле. Сейчас я забираю по последней одной петле. И покажу вам, как мы будем продолжать дальше вязание. Пяточку на другой стороне, то есть на вторую ножку, нам вывязывать придется все точно так же. Но пяточка у вас будет с вот этой стороны. Вот, довязали до конца убавление. И вот так вот последнюю петельку третьей части мы забираем. И у нас останется лишь только 8 центральных петель. Вот так. Что мы дальше делаем? Нам нужно восполнить вот эти петельки, которые мы закрыли. По краям, как вы помните, мы делили 9, 8 и 9. Поэтому у нас не хватает с одной стороны 9 петель и с другой стороны. То есть с боковой стеночки нам нужно набрать 9 петель для того, чтобы восполнить закрытые нами петли для пяточки. То есть вот она пяточка у нас. И смотрим, вот она боковая косичка. Благодаря тому, что мы снимали петельки, у нас получилась вот такая косичка. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Нам нужно 9 раз набрать по петле. Как мы это делаем? Мы находим вот эти боковые стеночки косички. Набираем первую петлю, со следующей косички вторую петлю, со следующей косички третью петлю, со следующей четвертую, со следующей пятую, далее шестую, седьмую, восьмую, вот здесь вот восьмая и девятая. А далее продолжаем вот эти петельки, которые мы оставляли, скажем, вторую часть возле пяточки. То есть мы, получается, набрали по одной стороне лишь только наши 9 закрытых петелек, другую сторону пока мы не трогаем. Мы продолжаем вязание, замыкание пяточки соединения и вот этой нашей второй части. Если пяточка у нас сейчас находится с правой стороны, то левая сторона — это у нас верхняя часть. То есть если вы сложите вот так вот пополам, то у нас получается вот это идет верхняя часть. Вот мы эту верхнюю часть соединяем вместе с пяточкой и довязываем все петельки лицевые. Кромочную петлю я, как всегда, буду вязать изнаночной. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И что у нас получилось? У нас получилась соединена пяточка и вот эта верхняя наша часть. Теперь с изнаночной стороны кромочную снимаем и вяжем по изнаночным петелькам изнаночные петли. То есть в обратном направлении, поворотным вот таким вот рядом, мы должны провязать все эти петельки, которые у нас есть. Пока у нас есть верхняя часть, которую мы сейчас вяжем, есть одна боковая сторона пяточки и есть центральная часть. И мы должны будем восполнить, еще набрать третью часть пяточки, то есть 9 петелек с другой стороны от центра пяточки, вот, которые мы с вами закрывали. И вот так вот мы постепенно перешли. Петли, которые мы набирали, мы вяжем изнаночными. Вот так вот над восполненными петлями. Здесь у нас с внутренней стороны получается вот такая замечательная аккуратная косичка. Она так и должна у нас получаться. Теперь мы провязываем изнаночными петлями центральные 8 петель пяточки.
доходим до последней центральной петли пяточки. И вот что у нас получается. У нас получается вот такая аккуратная косичка с одной стороны пяточки. С другой стороны нам нужно точно так же восполнить вот эти 9 петель. Их мы будем набирать с этой стороны точно так же по кромочным вот таким красивым косичкам. Но нам нужно будет набирать не вот таким вот образом, как мы с вами набирали, а как бы наоборот. То есть заводя спицу под работу и выводя вот так вот. Таким образом у нас останется с внутренней стороны косичка и с другой стороны, с внутренней, обратите внимание, не с внешней, а с внутренней. И вот так вот наоборот, вводя под косичку, мы как бы наоборот вытаскиваем, то есть не с лицевой стороны, чтобы была у нас вот такая косичка, а с внутренней останется. Я пока набрала 3 петельки, далее завожу четвертую. Далее пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. Все, набрала я все петельки, все 9 петелечек. Можете пересчитать. Вот они у нас 2, 4, 6, 8, 9. И теперь мы продолжаем. Уже получается у нас на спице изначальные наши набранные 50 петель, то есть 9, 8, 9 и 24 наши петельки. И теперь мы так и продолжаем вязать. То есть сначала я провяжу вот эту петельку набранную, как кромочную, но я ее здесь пока провяжу один раз. В дальнейшем я буду ее снимать не провязанной. И вот эти петельки только что набранные, они у нас аккуратненько должны ложиться лицевой гладью. То есть мы вяжем их лицевыми петлями с лицевой стороны и с изнаночной стороны изнаночными петлями. И вот так что у нас получается. У нас получается как с одной стороны набранные петельки с боковой, так и с другой. А с внутренней стороны осталась вот такая косичка с одной и с другой стороны. И теперь смотрите, мы получив наши изначальные 50 петель, продолжаем вязать длину подошвочки. То есть смотрите, к примеру, длина подошвы, ну то есть ноги, к примеру, составляет 26 сантиметров. Соответственно, нам нужно будет эту длину набрать вместе в сумме с пяточкой, вот этими сантиметрами, и вместе с закрытием носовой части мыска. Поэтому где-то в целом нам нужно сейчас будет провязать не более 15 сантиметров от вот этих вот наборочных косичек на пяточке с боковой стороны, чтобы у нас в сумме 15 плюс пяточка где-то сантиметров 6 занимает, плюс закрытие мыска в общей сумме и дало, скажем так, размер нужной ножки. Если размер ножки меньше, соответственно, вы вяжете короче. К примеру, 13 сантиметров. И этих сантиметров будет вам достаточно для размера ноги 36-37. Учтите, что хорошо тянется наша пряжа. Вот. Даже если вы вяжете в одну ниточку, она достаточно хорошо держит форму. Вот, поэтому еще плюс она потянется, то есть на каких-то где-то 1,5 сантиметра она получится длиннее, скажем, изделия, чем ножка. Поэтому сильно не переусердствуйте. Вот, носочек должен сидеть не как бахила, а достаточно аккуратно на ноге. Поэтому мы продолжаем вязать от вот этого добавления петелек с боковых сторон пяточки. Ну, я, по крайней мере, для своего размера ноги, которому вяжу, скажем так, носочек. У меня маленькая ножка. Вот, я вяжу на 30, где-то 8-38,5 размер ноги. Поэтому я сейчас буду довязывать после набора пяточки петелек где-то сантиметров 15. Я вам потом скажу, сколько это по количеству рядочков. Я думаю, что это чуть больше 40 рядочков. Вот, но я, связав длину подошвочки, вам скажу более точнее. Вот я связала 15 сантиметров, и получилось так, что я померила сантиметром. У меня пяточка 5 сантиметров плюс 15 сантиметров длина подошвочки. И сейчас где-то около 3 сантиметров займет закрытие нашего мыска. Вот, то есть получается в общей сумме как раз таки наши 23 сантиметра, которые будут тянуться на длину ножки, на размер ножки в 25, где-то даже 25,5 сантиметров. Вот, соответственно, я вам уже говорила, что пряжа хорошо тянется. И вот если вы примеряете потом готовое изделие,
Вот оно должно плотно сидеть на ноге. Все, теперь наше общее количество петель 50 нам нужно поделить ровно пополам. Это получается по 25 петель. Хотите, можете отметить маркером либо булавочкой ровно центр. Вот я, пожалуй, отсчитаю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. И здесь по второй половине должно также остаться половиночка. 25 петель также. И мы начинаем делать убавление. Убавление я рекомендую всегда делать елочкообразно. То есть, смотрите, существует в принципе два таких самых распространенных способа. Это закрытие петель лишь только по боковым сторонам носка получится вот такое убавление. Либо же делим на пополам и каждую из половинок также делим пополам и делаем закрытие аналогичное елочкой. Если вы будете делать закрытие петель как я, то закрытие петель нужно делать в каждом ряду, то есть и с лицевой стороны, и с изнаночной. Если же у вас закрытие в четырех местах, то есть как бы получается с боковых сторон, и деля пополам каждую из половинки, то есть вы, получается, будете делать в начале, в центре самого носка, в центре второй части и в конце. Вот таким вот образом. Если же вы будете делать, как я сейчас, только лишь с двух сторон, то есть по боковым сторонам, то нужно делать в начале, в центре и в конце. Причем в центре мы будем делать два подряд убавления с наклоном то влево, то вправо, для того, чтобы получилась елочка. Вот. Но точно так же выдерживать, скажем, вот эти убавления с наклоном вправо-влево мы должны будем из боковых сторон. Благодаря этому у нас будет получаться аккуратное убавление. Итак, сейчас мы делаем убавление с наклоном в правую сторону, поэтому заводим за вторую петельку и вместе с кромочной первой петлей вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Вот так. Далее мы провязываем до центральной вот этой нашей булавочки, кроме двух последних петелек до нее, то есть до двух последних петель, до 24 и 25, все петельки лицевые по рисунку. Не довязав до маркера две последние петельки, мы эти две последние петельки довязываем с убавлением за дальние стеночки. Вот так вот провязываем вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Теперь нужно следующие две петли повернуть дальними стеночками. Это те две петли, которые после маркера. И снова провязать их вместе, заводя за вторую петлю, вместе одной лицевой уже, как вы видите, за передние стеночки. И получился наклон в правую сторону. Если мы будем делать наклон то в левую, то в правую сторону, вот здесь вот по центру, и точно так же наклон в правую, в левую сторону по краям, то у нас получаться будут такие красивые елочки, которые постепенно будут делать нам убавление с боковых сторон. Так как у нас здесь, вот как вы видите, нижняя часть, это верхняя часть, и вот они будут идти убавления петелек и закрытие мыска. Теперь мы должны провязать все петельки лицевые до двух последних петель этого ряда. И точно так же, как и в начале ряда, в конце мы сделаем убавление с наклоном в левую сторону. И дойдя до конца ряда, наши две петельки мы провязываем просто за дальние стеночки, 2 вместе петли одной лицевой петлей, независимо от того, что это конец ряда, и здесь должна быть кромочная петля. Сейчас кромочная петля у нас будет вот так вот делаться убавление, как в начале, так и в конце ряда. И разворачиваем на изнаночную сторону. Здесь мы точно так же будем делать 4 убавления, как и с лицевой стороны. Это в начале ряда, 2 убавления в центре ряда, где у нас маркер, и в конце ряда. Хотите, маркер можете перевесить, чтобы его более будет, ну, чтобы его видно было, но, в принципе, здесь два этих убавления подряд достаточно хорошо видно. И сейчас мы должны будем делать убавление, также продолжать делать елочку, чтобы смотрелось с лицевой стороны и было красивое в итоге, скажем, и аккуратное вывязывание мыска. Сейчас для того, чтобы вывязать нам в начале ряда вот здесь вот две петельки вместе одной петлей и сделать убавление, нам нужно поменять их местами. Для этого мы снимаем непровязанные первую и вторую петлю, затем одеваем сначала первую петлю,
а вторую петельку за работой переносим вот так вот, как бы делаем ее главной. И затем лишь только провязываем 2 вместе петли одной изнаночной петлей. И с изнаночной стороны мы будем делать убавление изнаночными петлями. Далее вяжем все петельки изнаночные, так и продолжаем вязать лицевую гладь, до тех пор, пока не дойдем до центральных 2 петелек. Это петля убавления перед маркером и одна петля перед этим убавлением. Вот он наш маркер, петля убавления и перед ней одна петля. Мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Вот так. Сделали убавление с наклоном. И далее второе убавление с наклоном. Нам нужно снова поменять местами вот эти 2 петли. Мы снимаем 2 непровязанные петли, как делали в начале. Сначала перед работой заводим, снимаем первую петлю. Вторую петлю ставим за работой на место первой. Вот так. И далее провязываем 2 петли одной изнаночной вместе. И с лицевой стороны у нас также получается красивая елочка. Далее довязываем до 2 последних петель ряда. Это до наших, скажем, кромочных и передкромочной одной петелькой. Также мы вместе провяжем их одной изнаночной петлей. И смотрите, самое главное запомнить, что с изнаночной стороны в начале ряда и в начале второй половины, то есть в центре, мы будем поворачивать петельки для того, чтобы красивой елочкой ложились наши убавления. Вот это, скажем, в конце первой части, в начале центра вот этого убавления и в конце ряда у нас будут петельки вязаться просто 2 изнаночные вместе одной. Теперь снова петельки мы в начале ряда вот так вот меняем дальними стеночками вперед и провязываем 2 петли вместе лицевой. Ну, как бы поворачиваем, делаем наклон в правую сторону. Затем все петельки вяжем лицевые до тех пор, пока не дойдем до 2 последних петель первой половинки носочка. Не довязали до маркера 2 петельки и снова за дальние стеночки вяжем 2 вместе петли одной лицевой. Далее снова поворачиваем дальними стеночками вперед следующие 2 петельки от маркера. Это петля убавления и после нее, которая идет. И также вяжем 2 вместе за ближайшие стеночки одной лицевой петлей. Сейчас у меня как раз закончилась ниточка, я присоединила новую. Вот так вот у нас получилось снова убавление елочкой. И дальше до конца ряда довязываем лицевыми петельками. И в конце ряда снова сделаем убавление, провязывая 2 петли вместе одной лицевой за дальние стеночки. Что хочу сказать, самое главное это запомните, что не только в изнаночном ряду, но и с лицевой стороны обязательно, вот 2 вместе вяжем лицевой за дальние стеночки в конце. Обязательно здесь мы в лицевом ряду 2 первые петли и 2 первые второй части петли мы поворачиваем дальними стеночками вперед. А с изнаночной стороны 2 первые первой части петли и 2 первые второй части петли мы меняем местами. Обязательно ниточку перед работой держите, для того, чтобы, когда будете менять местами, ничего у вас не завязалось. Вот ниточка перед работой, сняли 2 непровязанные петли, сначала перед работой сняли 1 петлю, вторую за работой переносим в начало и ставим как бы ее главной. Далее вяжем вместе 2 петли одной изнаночной, второе убавление с этой же стороны, ну как бы с этой стороны мы уже поделили пополам. Вот в конце каждой стороны мы будем просто вязать 2 петли вместе одной изнаночной. А в начале части поворачивать либо менять местами, в зависимости от того, что это лицевая или изнаночная сторона. Вот с изнаночной стороны второе убавление в ряду у нас просто провязывание 2 изнаночных вместе. Третье убавление, как и первое, у нас меняем местами. Снимаем 2 непровязанные петли. Сначала перед работой переносим первую, за работой вторую петлю. Сменив их местами, мы ставим главную вторую петлю. Вот смотрите, чтобы у вас ниточка не делилась. И далее вяжем 2 вместе одной петлей, вот так вот, изнаночной.
Если ниточка делится, будьте внимательны, чтобы у вас не получилось в итоге дырочки. И все, провязали, вот она наша елочка получилась. И дальше идем до конца ряда. В конце ряда мы провяжем 2 петли вместе изнаночной самым обычным способом. И вот так вот я буду продолжать делать убавление до тех пор, пока у меня не сократится максимальное количество петель с каждой стороны. А затем мы посмотрим, сколько петелек. Вот так вот, 2 последние вместе также изнаночной петлей. И затем мы посмотрим, сделав максимальное убавление, сколько же петелек мы оставим для того, чтобы стянуть оставшееся количество петелек, и у нас не получилась слишком вытянутая часть в носке. Вначале поворачиваем петельки дальними стеночками вперед. Вяжем вместе одной лицевой, заводя за вторую петельку. Вместе вот так вот провязали. Дальше до центра идем лицевыми. И далее в центре снова делаем 2 убавления, как я уже вам показывала. Сначала вяжем первое убавление за дальние стеночки, ничего не меняя. А затем за передние стеночки, поменяв местами. Вот так вот за дальние стеночки просто провязали с наклоном в левую сторону. А теперь вот так вот дальние стеночки переодеваем вперед. И вяжем, заводя за вторую петлю, как мы это делали в начале ряда, 2 вместе, 1 лицевой. Все, сделали второе убавление и в конце просто провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой, без изменения. Продолжаем дальше делать самостоятельно убавление петель для носка. После того, как сделали убавление и у вас в лицевом ряду в конце осталось 6 петель, то есть 3 с одной части и 3 с другой части, то я считаю, что, пожалуй, уже достаточно убавлений. Мы снимаем булавочку, нам она уже больше не нужна. И для удобства я рекомендую вам отрезать хвостик подлиннее, то есть где-то сантиметров 50-70 ниточки. Вот, опять же таки, для того, чтобы вам хватило, мы сейчас будем стягивать петельки и сшивать полностью весь носочек. Поэтому вставляем подлиннее и вставляем хвостик этот в иголочку. Повернув носочек на изнаночную сторону, мы берем, постепенно нанизываем все петельки вот так вот на иголочку. И полностью убираем спицы с работы, они нам уже не нужны. Вот так вот стягиваем петельки на рабочую нить и оставляем петелечку. То есть вот она у нас при стягивании получилась вот такая петелечка. Мы берем в эту петельку, продеваем рабочую нить и снова затянув как бы вот эту петелечку, в которую только что продели нить, вот так, образовалась новая петля. И мы еще раз в нее протягиваем нить, но хорошо затяните. Вот так. Затянув предыдущую петлю, затягиваем хорошо эту петлю. И у нас получилось, что мы стянули полностью все петельки. Вот они у нас, 6 петель, остались здесь. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону полностью все изделие. Вот так. Поправляем ниточку сверху, чтобы нам ничего не мешало. Вот, и у нас с внутренней стороны мы видим вот такую вывернутую пятку и наши кромочные петли, петли убавления на мыске. И вот так вот на протяжении всего вязания красивую косичку с одной стороны и с другой стороны. Мы берем, находим самую крайнюю петлю с одной стороны, убавление петлю, вот она у нас. И самую крайнюю петлю с другой стороны. Я всегда рекомендую захватывать за 2 полупетельки, так будет надежнее. Вот, и найдя самые-самые, вот даже можно чуть выше, самые крайние петли, мы начинаем их сшивать. Сшиваем мы не слишком туго, но и в то же время не слишком свободно. Находим вот так поочередно все петельки. На мыске можете приложить и те петли, которые совпадают, сшивать. Далее, когда мы сошьем мысок, очень хорошо будет видно кромочные петли, по которым затем будет еще более легче сшивать все петельки. И вот так вот постепенно, ниточка уже достаточно длинная, хвостик я оставила для того, чтобы наверняка хватило, поэтому на камеру будет не очень удобно вытягивать. Но я буду
таким же образом подбирать вот так вот по одной петельке с каждой стороны и протягивать сквозь них рабочий оставленный хвостик ниточки. Вот так. Постепенно старайтесь аккуратненько продевать за две полупетли каждой крайней петельки. Даже там, где петли убавления, поправляйте так, чтобы не стянуто было. Оттягивайте назад ниточку. Вот так вот. И постепенно сейчас я буду вот так сшивать до тех пор, пока полностью не сошью весь носочек, включая петли там, где у нас резиночка изначально связанная, где петли пяточки с боковой стороны. Вот так вот оттягивайте, растягивайте как бы вот это изделие, чтобы получалось не тугое сшивание. И вот здесь я сшиваю вот эти петельки. Здесь также у нас уже уголочек. Мы дошли до конца закрытия петель мыска. Вот буквально еще по одному стежочку я здесь делаю и отправляюсь ниже на сшивание боковой стороны стопы длины носка. Вот, будьте осторожны, чтобы ниточка у вас не путалась, чтобы было все достаточно аккуратно и красиво. А вот теперь, когда мы перешли на петли кромочные, здесь гораздо все проще. Смотрите, петля кромочная за обе полупетелечки с одной стороны, петля кромочная за обе петелечки с другой стороны. Захватили, прошили. Далее следующую берем. Вот она, кромочная косичка у нас, полупетля с одной и с другой стороны. Прошиваем сквозь всю полностью петлю за обе стеночки и здесь за обе стеночки сквозь всю петлю. И также продолжаем немножечко прирастягивать для того, чтобы не стянуть наше вязание. Чтобы не получилась у нас сторона одна стянутее, чем вторая. И вот так вот постепенно мы продолжаем сшивание. И смотрите, вот этот шовчик на одном носочке у вас будет с внутренней стороны, допустим, на левом носке у вас будет шовчик с правой стороны, а на правом носочке шовчик будет с левой стороны ноги. Вот. И он будет уходить как бы на внутреннюю сторону. Но для этого, еще раз повторяюсь и заостряю ваше внимание на том, что нужно будет пяточку делать на разных частях. То есть здесь мы сделали с вами пяточку с правой стороны, здесь вам нужно будет на второй носочек делать с левой стороны. Все остальное вы будете вязать точно так же. Желательно, чтобы вы знали количество провязанных рядочков, чтобы второй носочек, не измеряя досконально вот каждую часть по размерам, а просто провязали нужное количество рядочков, все, дальше пошли. Провязали нужное количество рядочков по первому носку, который вы уже связали. Вот. Хотите, конечно, можете вязать на глаз и примерять каждую из частей. Это тоже доступно. Вот у вас будет уже один сшитый носочек. Вот вы по которому свяжете второй и точно так же сошьете. Хотите, можете не сшивать этот носочек, пока не свяжете второй, чтобы досконально все померить по размерам, по расстояниям, по рядочкам. А затем обои сшить. Принцип, я думаю, что вы поняли. Просто прошиваем по кромочным петлям от начала до конца весь мысок. То есть от петель стягивания до вот этих вот петелек на резинке. То есть все полностью прошиваем по кромочным петлям, петля в петлю. То есть боковые с одной стороны петля в петлю и с другой стороны. Вот до вот этих моментов. Все, дошивав до конца, мы фиксируем ниточку с изнаночной стороны и выворачиваем на лицевую сторону. С лицевой стороны я рекомендую всегда вам продеть вот так вот ручку в носочек и проверить, как получился шовчик. Шовчик должен получиться, если вы связали правильно или сшили петля в петлю, то все достаточно должно получиться аккуратно. Такой же шовчик может получиться, если сшивать крючком. То есть все продеваете точно так же рабочую ниточку, хвостик. И получается очень мягкий шовчик. Он, в принципе, я вам скажу честно, не чувствуется, то есть при носке. И вот даже пальчиком вот так вот дотрагиваясь, все очень ровно, аккуратненько и красиво в итоге получается. У нас получился вот такой мысочек.
Как вы видите, закрытие у нас шло только лишь по боковым сторонам. Есть еще второй способ закрытия. Это если бы мы закрывали с четырех частей, то есть с двух сторон переда, спинки или как это называется, подошвы, и боковых частей. То есть, в принципе, этот способ я вам смогу показать в следующем видео, когда мы будем вязать спицы на вязать носочки на 5 спицах. Там это тоже достаточно доступный видеоурок получится. Я надеюсь, что у вас все получилось и в этом видеоуроке. На примере вот второго носочка я вам показала, как выглядит шовчик. И также хочу заострить ваше внимание как раз таки на пяточке. То есть это тот носок, в котором пяточка находится с левой стороны. И шовчик, как вы видите, находится с внутренней стороны, при том, что это носок на левую ногу. Если вы делали вместе со мной на правую ножку носочек, то теперь самостоятельно доделываете на левую ножку. Все моменты я вам показала, заострила внимание на нужные непонятные нюансы, которые, возможно, у вас возникнут во время работы. И все, в принципе, далее делаем тепловую обработку и носим с удовольствием. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!